Короче, всем привет. Да, народ, всем привет. Видео мама... начинается с моей покраски. Покраски? Глаз. Да, я только что это рисовала. Глаза в движении, короче, челлендж, да, называется? Сможешь ли хорошо накраситься в движении по нашим да. дорогам? Давай сюда. Так, мы едем в магазин. Будем готовиться уже к Новому году начинать. Но каким образом? Мы не елочку брать. Вот, блин, красный. Как раз, когда мне надо докраситься. Начинаем покупать все к Новому году, но не елку. Елку позже. А сейчас хотим взять Деда Мороза, Снегурочку и разные-разные-разные. Да, ну, что-нибудь для Нового года, да. Да, сейчас посмотрим. Потому что найдем. Таню уже народили, колготки такие. Да, и мои уги стоят. И шапка моя. Все, рулим в магазин, сейчас будем выбирать что-нибудь. И очень надеюсь, что мы что-нибудь выберем. Да, не ехать, такой вариант. Не ехать же нам в Киев за новогодними этими. А было бы неплохо. Мое предложение уже такое было. Уже поступало. Это ты задерживаешься. А, так прикольно. Смотри, как у мамы прикольно это. Классно? Да. Втекаем с дороги. Все. Идем. Наконец-то. Да. С чего начинается родина? Смотри. Беленький какой, золотистый. Да я и смотрел тот раз на вот такого. А Снегурочка, в каком исполнении возможно? Ну вот это золотистая, да, типа прикольная. А я даже не знаю. Или с голубеньким. Вот это сейчас выбор будет, сейчас попробуй это все выбрать. Она как-то просто смотрится с голубым, но она Снегурочка с голубым. Тут же вот эти темные Дед Морозы были. А, ну вот этот, навряд ли, да, он сильно темный. Вот такой мне нравится. Ну да, я же только что его показывал. Санта-Клаус. Да? Это что, у Санта-Клауса? Да какая разница? Или Дед Мороз. Этот еще такой тоже прикольный, да? Да. Ну давай, ну сделай контент, завали все. Тихо. Тоже, смотри, такой к золотистой снегурке тоже было бы хорошо. Да, тяжелый выбор, конечно. Сейчас мы полчаса походим по кругу и что-нибудь видим. Мы такого не видели. Подарком. Ну вот этот, смотри, крайний, что тоже такой неплохой. Ребят, давайте отвлечемся немного от покупок и подзаработаем вместе со SkyCard. Все, что вам нужно здесь сделать, это стирать билетики и выигрывать деньги. Итак, на сайте есть два режима игры. 2 из 6 и 3 из 9. Но перед тем, как мы начнем играть, нужно обязательно посмотреть отзывы. Итак, ребят, переходим на вкладочку «Отзывы». Так. Отзывы положительные, выплаты проходят успешно. И да, ребят, у SkyCard есть еще своя группа ВК. Итак, счет мы пополнили на 5000 рублей. И начинаем играть в 3 из 9. Так, нам нужно стереть 3 карточки. Стираем первую, вторую, третью. Не повезло. Стираем наш гарантированный выигрыш. 10 рублей. Отлично, попробовать еще раз. Ставку увеличиваем. 200 рублей. 3 из 9. Первый, второй, третий. Не угадали. 40 рублей. А теперь попробуем в 2 из 6. Выставляем ставку в 200 рублей. Первая, вторая. Отлично. Сыграем еще раз. Первый, второй. Ребята, все круто. Мы заработали себе уже на новогодние подарочки. А теперь давайте выведем наши заработанные денежки. Нажимаем кнопку «Вывести». Вывести можно на Киви, Яндекс.Деньги, банковские карточки, WebMoney. Мы будем выводить на WebMoney. Вводим номер кошелька. Вводим нашу сумму. 2300 это то, что мы заработали поверх того, что положили. И заказать выплату. Выплата успешно заказана, замечательно. А в честь Черной пятницы SkyCard проводит отличную акцию. Только до 1 декабря вы получаете бонус целых 25% к первому пополнению. Ребята, не теряйте времени, переходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь прямо сейчас и зарабатывайте вместе со SkyCard. Ну и пошли покупать Дед Мороза и Снегурку. Так, идем сейчас в этот. Тут возле елки должны быть. Ну да, верно. А тут золотые. Золотистые только, да? Это кто? А, этот там есть. Там есть такой, да? В общем, тут все игрушки красивые. Ну вот, мы вот так вот поставили. Как бы... Вот такой вот наборчик. Ну, только думаем, золотой или этот, с голубеньким. Наверное, с голубеньким, потому мне что... Мне нравится вот так. И мне нравится вот так. А, вот те два тебе нравятся, да? Или можно сделать... Наоборот, вот так, да? Что же лучше? Этот набор или этот? Ну да. Шоропить. Так, мы, короче, зашли в угол, от всех сховались, перетащили себе сюда все Дед Морозов. И выставили их в ряд, короче. Стандарт. Вот так стандартно, да.
Давай ему сделаем гарем. Гарем? Мне не надо, две снегурочки ему обойдется. Ну, знаешь, мне нравится. Или все-таки вот так? О, кстати, так тоже неплохо, посмотри. Видишь? Еще вот тот понравился, но... Ой! Да, прикольно, очки. Положи их назад, а то весь тут отпадает все. Смотрите, в общем, вот этот нам понравился, но мы выбрали, скорее всего, вот этот вот комплект. Вот этот заховался, забирай этот, так что будет вот этот и золотая снегурочка. Мне просто из-за чего нравится голубая? Потому что, смотрите, она сделана как типа шубка, там платьечко, все остальное, а это просто типа в платье. Угу. Ну подожди, я что, не найду, чем ее сделать, типа, типа вот такого? А вообще вот так вот мне очень нравится. Ну тогда все, берем этот комплект и уходим. Они сильно тяжело меня заносят. Ушла. А теперь мы хотим что-то взять вот такого вот на дверь. Я вообще-то хотела типа венка вот такого. Вот там, вот тех. Я хочу еще носок. И носочек какой-то хотим выбрать. А какой? Мне вот этот нравится. Да, такой неплохой. И вот такой нравится. С любовью. Нет, это простой. Так. Вот нам надо по типу такого штучки 2-3. С достатку, любовью. И все. И все, да? Да. И шарики прикольные. Вот эти крути. Белые. Смотри, какой большой такой. Бурульки. Итак, спустя 10-15 минут до сих пор ничего не можем решиться. О, шапка. По-моему, на твою эту маленькая. Возьми больше. Ты знаешь, на эльфа сейчас похож. Это больше. О, это больше, да? Это же, видишь, детские. А я что, не детский? Merry Christmas. Я не детский. На твою детскую головешку они, мне кажется, великоваты, маловато. Вот такое, да? Так это был носок. Что вы делаете? Зая, это был носок. Ну, носок на голову тоже можно. Все. О, да. Дема. Вот это именно. И ничего делать не надо. Ты что, мне поговорить? Разговорилась. Бери какой-то носок и пошли. А, нам три надо. А может один, а может три? Нет, один возьму. Один возьмем обратно? Да. И всем подарки напихаем туда в один? Я бы, знаешь, как хотела? Один большой. Мы знаем, что Тёмику на Новый год подарить. Да, так он что? Туда влезет. Как раз туда положим, будет вообще классно. Да. С любовью. Все прекрасно. Красотень. Красиво. Решили сделать елку красно-белую, да, скорее всего, двухцветную? Да. Не такая, как у нас была трехцветная. Да. В этом году сделаем двухцветную. И... К этому всему надо взять вот таких вот блестяшек всяких прикольных. Смотри. И потом пойдем, наверное, шарики искать. Ну или что-то еще подобное. Итак, все-таки выбрали, смотрите. Вот такой, вот мантик. Ну, дома покажем, потому что... Да, ну, да, давайте, вот, вот такой этот, потом дома четко уже покажем. А, вот, носок пригодился. А ну. Получится? Зацепается все. Ой, авторские права. Так, мы решили взять корзинку, потому что ничего не влазит. Ты и Дед Мороза туда решила упаковать? Да, не поместится. Смотри, а тут еще есть. Вот такой вот, смотрите, какой прикольный. Цен минимум. Очень красивый, да. Что, идти туда нести пикать? Да. Мы цен мучали. Но мне кажется, у такого будет хорошая цена. Думаешь? Я знаю, что хочу. Я хочу один такой купить, а второй купить чистый, пустой, набрать и дома его сделать самого. Чуть не прижали тебя, да? Эти вот штучки, чтобы добавить сюда, ну, например, если взять такой. Он красивый. 36 рез. Угу. А вот такая вот одна, 65. Угу. Ну, ее тоже, в принципе, можно обскубать, туда поприлепить. Но я не знаю, сколько этого всего надо. $318. О, так может, так и ее берем? Неужели мы выбрали этот венок? Во. Какой? Не знаю, он вроде как... А что, они же одинаковые. Вот это, да? Да, бери, пошли. Наконец-то. Так, а теперь мы рулюем вот сюда. Хотим купить дождик, да, на окно, на наше большое в комнату. Вот такую? Да. Ух ты. Прикольная. 600 рубасов? Гирляндочка? Да. Нехило так. Так, берем еще одну такую гирляндочку, как взяли мы Тёмику, на Тёмикову елочку. Это будет на кухне.
Да, это теплое свечение. Ну, тепло-холодное. Тепло-холодное. Будет именно вот так. Ну, приподнимите два раза. Опа. Это вот сюда. И ложи его назад. На. Вручаю. Потяжелело трошки, да? Что там такое? Так, мы ее решили проверить. Что это? Потому что такое? Да ну не вынимает. Ого. Ну, наш... не вынимает. Она ж уличная. Мне считает. Надо достать ее. На. Тоже диоды есть. Руки. Натягни руки, бо протягнешь ноги. Все отлично. Шикарно. Все, вынимай, пошли. Она просто решила еще такую маленькую взять. Смотри, какой шикарный набор. Ну да, и шикарно стоит. Цены на этот Новый год. Наверное, так видео и будет называться. Наверное, сколько стоит да. Новый год. Вот эти вот красивые, да? Тоже красиво. Что? Знаешь, дальше что стоит? Да, 255 гривен. Так, вы, конечно, вышли мы с магазина и еще зарегистрировали чеки. Здесь будет розыгрыш. А чего розыгрыш, не помнишь? Чего-то. Чего-то будет розыгрыш, да. Кидаем все в машину. И бежим за кодом. Да, сейчас пойдем еще посмотреть на шарики надо будет. Но я не знаю, конечно, как у нас это выйдет. И какие шарики мы будем встретить. Нам белые нужны. И красные. И красные, да. Бежим за кофе. Смотрите, что папа нашел. Он прикольный. Мягенький? Да. Они не сильно темные. Может быть. Смотри. Тетя Тёмя под елочку. Так, ну что, берем этот. Давай, бери вот этих. Сколько их будем брать? Ну, вот этих штук 5 возьмем. Ну, бери вот этих 5. Можешь их же только поменьше взять, тоже 5. 5. Бери, тоже 5. Смотри, видишь, чем они отличаются? Эти без купюр уже, без купюр. Ну, бери без. Отлично. Берем вот эти вот красные, вот такие, короче, да, будет. То есть есть вот такие, у нас такие были в прошлом году, только другого цвета. Да, 2. Три. Нет, битый. Убирай целенький, красивый. 4. 4. Ой, падает. 5. Еще каких? Ну, бери маленьких. Вот этих или вот этих? Вот такие, да, наверное, бери. Два, три, четыре, пять. Рай, какой у тебя для компьютера? Сейчас гляну. Смотри. Прикольные жители. Это Тёме, а это у тебя, да? И к меньшему, и старшему. На компьютер. Ну так это ее вешать надо, а куда я буду вешать? А при чем? Я тебе не за нее говорю, я тебе говорю за... А, за вот это? Ну да, молодец. Не хочешь рожки? О, уже хочет. Можно все по магазину ходить. Отлично, да. А если коричненькие? А ну. Под цвет волос получается. Ну, да, может даже и прикольно, да. Ну красные я не знаю. Наш северный олень уже ходит в этих. Да, в рожки. Все? Не просто купила, а уже одела и ходит. Все правильно. Так и надо. А вот эта елочка, которую мы Тёме покупали. Все, наконец-то мы все купили, все сделали, все, что надо. Теперь берем пончик, или берем пиццу. Кофе или пиццу. Или пиццу. Не знаю, скорее всего, пончик. Давай, берем пончик, пиццу, берем кофеечек и едем все разбирать. О, еще пончики есть, лежат, ждут нас. Все, наконец-то мы понагребали, Таня взяла вон что-то еще домой. Это бурячок, я хочу буряк с чесноком. Да, Таня хочет буряк с чесночком. Я очень сильно его хочу, я не знаю чего. Я видела только что салат и все. На кассу? То теперь рожки без штрих-кода, да? Теперь они законные. Законные рожки, теперь можно носить их, да? Кофе взято? Да, сейчас будем греться. Да, будем греться, да. Тут мама с темноты появляется, да? Ёжик с тумана? Да, ёжик с тумана. Мы типа добрались домой. Как-то так, все. Вроде все. Как говорится, с чего начинается родина? О, с того, что я села. Вот это вот сюда. Нет, это пока сюда. Подожди, я за них в самую последнюю очередь расскажу.
первое, что покажем, вот такие вот шарики. Так, что там еще? Все. Наши чеки. Отложи. Да. Так, так как елочка у нас будет в двух тонах, мы решили на этот год у нас она будет белая и красная. Как бы купили вот такие вот шарики, побольше беленькие и поменьше беленькие. Ну, они тут еще с пупырышками. Эти без, но они типа переливаются одинаково, немножечко на солнышке, на свете. На солнышке, да. И красные, опять-таки, они тоже, видите, какие классненькие. Они прикольные, реально. Да. Мы взяли каждый шариков по 5 штучек, чтобы елка не была слишком наляпистая. В принципе, у нас там просто есть еще рюкзак. Да, у нас есть еще белые и, по-моему, пенопластовые. Да, они, зараза, пенопласты дорогие до ужаса были. В конце мы, кстати, покажем, сколько вообще что стоит. Сколько действительно стоит, вот обойдется чеки. Покупки на Новый год. Вот чеки. Все примерно покажем. Это то, что я не знаю, я, наверное, третий или четвертый год вот этим вот бредила. Поначалу у нас не было где купить, а на этот год их повыставляли. Вот такие вот венки рождественские. Смотри, красивый какой. Вариантов было много, можно было и самому набрать. Ну, может быть, мы потом еще купим небольшой такой, я попробую сама его поделать, тоже там. Но этот шикарный, нам очень понравился. Дальше. Дальше. Носок. Круто. Прикольный носок. Рождественский носок. Знаешь, куда я планирую его повесить? Ну, правильно, туда, да. А так? Да, где-то будет там. Да. Ну, может быть, потом еще два, но пока только один. Интересно. Да. Да, надо было два купить и ходить, да? Смотри, мой размерчик. Да снимай же ты его на это. Так он еще это. Да, еще и звенит. Все круто. Все замечательно. Оп, еще. Блин, это вообще, да. Было бы оно подешевле, всего мира. Можно было бы полностью всю елку не мере разукрасить. Так, я специально положу вот так носок, чтобы на красном фоне было лучше видно. Игрушечки белые, но они шикарные. Типа сани. Блестят еще тогда, смотрите. Они очень красивые. Да, ой, все блестит. Вроде будет. Пластик, но пускай. Ты смотри, как классно. Оп. Вообще. Ведущий. Кричал заведующий? Да. Сейчас выпутать надо все. Вот так вот. Случайно нашли бантик. Этот бантик, да. Да, я нашла маленький, а папа нашел большой. Да. Он такой красивый, такой длинненький, вообще шикарный. Вот оно его место. Вот так вот. Красивый. И вот такая вот снежинка. Снежинка, цветочек, что-то такое. Ой, как она на свету переливается, да, смотри. Она, видите, она такая объемная, 3D-шная. Ух. Ну, блин, ну очень красиво. А ну видишь, кстати, оно белое-то с таким небольшим там розовое, там синее. Ну, по-разному, да. Так, что следующее? А, да, да. Следующий, гирлянда. Гирлянда мне на кухню. Так как мы там тоже будем все рисовать в этот самый. Ну и Таня, она на кухне находится больше, чем в комнате по времени. Так, ну это такая же гирлянда, как у Тёмика. Сейчас покажу. Здесь три запасных диодика. Мне их не качество нравится, если честно, вообще прям не такое, как у нас. Ну, розетки Таня решила поломать все. Давай. Смотрите. Да, красиво. Теплое свечение, очень классно, очень красиво. Вот это вот красиво, да? Угу. Мне нравится, о, вот, когда быстро оно так мелькает, мне так нравится, или просто горит. Не, красиво будет. Ух. Да. Так, сейчас, подожди, уложу назад. Ты забыла за свои эти, не буду опять говорить, что сказать. И вот, вот те, что сверху тебя. Хочешь? Этот самый, и вот такая вот гирлянда, гирлянда этот. Как его, дождик? Ну, дождик, сетка. Нет, не сетка, дождик. Ну, я на него дождик говорила, ты мне сегодня целый день шторку. Шторка, вот. Шторка, сетка, дождик. Кому как нравится. Гирлянда, шторка, штора, да, вот. О, так и написано, штора. Да, это мы ее хотим, мы туда на то окно. 180 ледок, а та на сколько? А та на 100 ледок. Да. Вот это вот вообще гирлянда внешнего использования. То есть на улице ее надо. Да, уличная.
Короче, видите, дома она будет вечная. Конкретная, ну, там предохранители, такая. Преобразователи всякие. А, вот предохранители или... Что она там такое? Короче, прикольно. Провод на гирлянде вот такой толщины, как, блин, я не знаю, как на пылесосе. А вот и тут на провод... Видишь? Смотрите, толщины тоже какой. Хорошая гирлянда. Ну и стоит она. Так. Сейчас мы все скажем, сколько она стоит. Смотрите, она получается и теплого, и холодного свечения. Смотрите. Она получается, когда будет висеть, вот эти вот, она вся теплая, но вот эти вот, там где холодное свечение, оно будет как бегать по ней. Очень красиво, нам очень понравилось. Мы, когда ее развесим, полностью выпрямим, мы ее хотим вот сюда вот на окно. Да, на окно повесить. Мы потом вам... Ой, типа спадают. Мы потом вам все покажем. Так. Готово. И самое последнее, самое интересное, это мягкие игрушки. Вот такого вот лосика купили. На компьютере будет жить. Папа говорит, боже, а как же потом с этой игрушкой летом? Ну как, это же игрушка. Ну ничего страшного, что она под Новый год. Это же игрушка. Еще тут, кстати, на жопе она такая утяжеленная, чтобы ее так, оп, и она сидела. Да. Классно. Прикольно. Приступим. Так, начнем со снегурочки. Снегурка. Очень сильно разрывалось мнение между голубой и вот этой. Голубая мне очень сильно нравилась своим нарядом. У нее красиво сделана типа такая накидочка, что она именно не в платье, а платье и сверху шубка. Шикарно выглядела. Но голубая не подходила сюда. Да, волосы у нее. Кстати, попробую, у нее тут черепушки нету. А, там дырка. Ну все. Видишь, они у нее сгинаются, как бы в любые эти самые. Можно и поднимаются. Ну, так честь отдают, да, смотри. Так. Смотри, ну, в принципе, достойно сделано. Не, неплохая. Мне нравится лицо, как сделано. Кстати, ты заметил, что у нее реснички настоящие? Глазки сделаны там стеклянные. Видишь, вот. Оп. Прикольно. Волосы тоже классно все. Она, о, стоит. Я думала, на нашем ковре она не устоит. И Дед Мороз. Не, Дед Мороз офигенный вообще. Мы, походу, его кто-то, наверное, для себя заныкал. А мы нет, его я одного тоже ховал. Помнишь, я в конец ховал? Я тогда, еще когда мы были, да, неделю назад или, да, две недели назад. Говорю, но вот его это там он... не было. Да, его... две недели назад не было, а неделю назад он появился. Его, а потом я его одного приховал, но не в это место. А этот был тоже прихованный. Да. Походу, кто-то тоже хотел его. Он прикольный. Вот такая вот шубка у него прям такая вот как-то... Посмотри, даже жопа сделана. Такие ботики. Ну, вообще, шикарно. Да, пускай здесь... Мне очень сильно понравился там, где этот с бордовым. Такой темно-темный. Но он бордо. Был слишком темный. Да, он слишком темный, но он шикарно смотрелся. Скажешь? Но скажи. Меньше, чем этот выглядел. Да. Здесь просто длиннее полушубок, вот эта шуба его, и шире. Угу. И этот таким дедушкой смотрит. Здесь тоже это все регулируется, руки его. Интересно, а вот эта штука, она должна вот так валяться? Или она должна вот так валяться? Да не, так она не должна. Вот он типа на веревочке несет подарок. Все, хватит крутить, сейчас ему отломаешься. Да ладно. Ну, сзади, понятно, тут такое вот. В мешке, что ботики у нас тут. Ботики мне его нравятся, я хочу себе тоже такие. А там типа подарки два. Ну, можно долепить самому, что хочешь. Это все равно на термоклей приклеено. Самое основное, есть лицо, есть силуэт, образ и борода, все. Подытожим наши вот небольшие, да, скажем так, покупки. Особо их ничего немного. Не купили, да. Мы купили шарики, две гирлянды, венок, пять красивых игрушечек, Дед Мороз, Снегурочка, носок. А, ну и лосика. Все. Все. Теперь бери чек. Двигаем. Ты прям между ними, да? Двигаем. Ну, конечно. Опа. Прекрасно. Итак, вы не смотрите, у нас три чека, мы захотели поучаствовать в акции. Да, я сказал, мы еще и в акции поучаствуем, мы же что-то выиграем. Мы специально ну, раз это, делали. Конечно, маловероятно, за сколько лет мы ничего там не это самое, но ладно, не в том суть. Может, повезет. Электрогирлянда линейна. Вот то это. Есть вот эта гирлянда вот маленькая. 170 гривен. Отлично.
Следующий. Саночки. 60 гривен. 60. Носок. 200 гривен. Ну, вот этот, большой. Да, вот тот. Потом веночек. 320 это. Гривен. Это много чего здесь еще было по скидкам. Ну, конечно, это здесь практически все по скидкам идет, хоть по каким-то процентам, у нас же скидочная карточка, оно все равно считается со скидкой. Дальше. Дед Мороз. 700 гривен. Да. Снегурочка. 500 гривен. Ну, кстати, ну вот. А, вот 699. 499. 498, да. В этом чеке все. Потом, вот эта вот гирлянда большая. Большая. 550 гривен. Короче, по вот этим вот игрушкам 59, 67, 60. Короче, 60, 68, 60, 60. Короче, потому некоторые 60, некоторые 70. 59, 76. Ну, грубо говоря, ну, 60. Ну да, да, да. Шарики. А, шарики, подожди, у нас другого магазина, у нас другой чек. Да, чек другой там был. Короче, шарики у нас и... вот большой вот... шарик по 22 или 25? 22. Зай, подожди, что мы купили? Мы купили шарики, рожки мои купили и пончики на 500 гривен. Да, на 500 гривен, да. И плюс у нас там была еще скидка, короче, ну, 500 гривен. Да. Все. В итоге это вот все, я же говорю, тут даже смотреть нема на что. Да, красиво будет стоять, конечно, оно ничего не скажешь. Вот это вот все нам обошлось, получается, в 3,5 тысячи гривен, да, почти. И подождите, это еще не все, потому что я больше чем уверена, в тот момент, когда мы поставим елку, во-первых, елка еще будет стоить, и когда мы это поставим, просто я знаю себя, я хочу бантиков, я обожаю бантики и обожаю делать их сама. Это или купить готовые бантики, вот хотя бы на елочку, там вот примерно вот такие, или купить ленту, чтобы их сделать. Это тоже выльется в копеечку, потому что красивую ленту не так-то просто и найти, и не так это дешево. Да, это точно. Поэтому еще сюда, боже, я надеюсь, чтобы нам елочка обошлась до 1000 гривен. Да, я представляю, в каком году елка будет. В том году они были дорогие, в этом году они еще дороже. Ну мы-то еще покупали сюда, можно учесть сюда еще Тёмина елка и Тёмина на елку. Это еще добавляй сюда 1000 или больше туда. Тёмина елка 500. Да. 550, по-моему, да? 500. Ну пускай будет 500. И Тёмины игрушки. Тоже 500. Около, да? Да, 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 мы 500 или даже 600 потратили, ну 1000. Ну вот, 3,5, 4,5. 4,5 и плюс, ну, нам без этот ёлки. Новый год, получается, обходится, $200. Примерно в 5000. Да, 200 баксов. А что, примерно 5000, это 4,5, ёлка, дай боже, до 1000, это... А, ну это даже больше даже, будет. Скажем, 1000, это 5,5, и плюс еще докупить, это в 6, получается, обойдётся, алё? Да, в 6000. Это в $250 в этом вот году, а в том году это все было в 3 раза дешевле. Да. В 3. Короче, ребята, ой, ножки у меня уже замлели сидеть. Вся. Вот такой вот у нас получится Новый год, вот такие вот у нас игрушки, все круто, замечательно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши соцсети, все ссылочки будут в описании. Всем спасибо и всем пока. Все, пока, народ. Пока-пока. Пока.